Это пипец. Захар зашел в ванну. Ну, что он туда мог пойти? Наверное, может быть, макакал. Не знаю, в редких случаях он туда ходит. В общем, он закрыл замок внутри. И все, дверь не открывается. Зось, открывай дверь. Там же химия, бытовая химия. И так далее, очень опасно. Он тем более болеет еще. Нос не дышит, кашель. Сейчас начнет воду с унитаза пить. Зачем ты закрыл вот здесь? Покрути ее на бок, покрути ее. Покрути вот здесь. Покрути давай. Полчаса не могла дозвониться до Антона. Сейчас поднял. Ох. Чудик. Как можно быть таким чудиком? Папа сейчас будет вот из-за того, что ты вот так вот закрыл замок. Вот теперь папа будет ломать дверь. Сейчас страшилище будет, такая дырень у нас, не закрывающаяся. Все. Развалили всю хату. От ремонта ничего не осталось. Полы холодные, там еще мокрые. Антон мылся. Зася, покрути ручку. Замочек вот здесь на бок, налево покрути. Папа, ты где? Зось, где ты? Где мама? Сейчас на холодной плитке стоять, да еще мокрой. Вообще потом осложнение будет. Покрути, сыночек, покрути. Куда ты там полез? Я слышу. Мужик полез куда-то. Нельзя, Захар, нельзя. Фу, кака. Нужно, он прозамолкает, я прям пугаюсь так, Захарка. Я, чтобы как-то с ним функционировать, я ему листочки просовываю, карандаши не пролазят. Он сидит на полу, бедненький. Дай маме теперь. А давай маме листочек. Давай маме листочек. Давай, я заберу. Давай, маме. Отдай, отдай, отдай.
Отдай мне. Забрала два. Вот, третий. Все забрала мама. Сынок, открывай дверь. Открывай дверь. Брюс, спасай Захара. На полу сидишь, да, там? Открывай дверь, сынок. Вот видишь, чё заперся, сам туда пошел? Нельзя от мамы уходить. Брюс. Я уже в туалет хочу. Зося, просто повернить надо, повернуть просто надо. Ну что ты не догоняешь? Зось. Ты почему закрылся? Ты почему закрылся, Захар? Папа примчался. Ты что, весь город? Он больной такой.